Я достаю этого меч, зажигаю его. Ты подвел меня, Сол. Как бы подается вперед, ему тут режется очень сильно. А шея Солу? Рана, спина рассечена. Что? Окей. Бросаюсь между ними двоими. Ну, это бесполезно. Она что-то придумала. Прошу, советник, вы не ранены? Я втыкаю в него снотворный стимпак. Это выстрел ружье, обожаю. Она достает какой-то шприц, пытается в тебя попасть. Видимо, я продолжу одна работа. Нет. Он делает резкий рывок в сторону. Давай. Я вскакиваю и бегу за пролом. Мы предполагали, что это сессия последняя. Давай. Я шепчу. Дай мне сил. И бросаюсь за Солу. Мысли пацана. Интересный эксперимент. Оба маневра. Пленник отходит в сторону. Наконец-то что-то интересное. Хочешь, ему не хочешь? Он смотрит, говорит, ты видела? Я не хочу. Не по-пацански. Застряну и удар. В смысле удар? Ты догоняешь? То есть добегаю и... Киньте атлетику соревновательно. Посмотрим, кто чуть подальше. Погоня. Сложность. Один успех. Да, ты догоняешь ее. Короче, атакуй. Убежка в его игре. Ты видишь освещение вот этого светового меча, видишь взмах, удар и слышишь, как кто-то падает. А пленник далеко от нас стоит? Несколько метров. Вот этот шприц, который я держала, оставляю к нему к его горлу. Оставь Солой, у меня в шприце яд. Я веду его твоему подопечному. Ты хочешь умереть, Рикка? Вескир, скажи-ка мне. Первый раз за все время называю его по имени. Скажи мне, мне стоит беспокоиться? Тебе угрожает опасность? Шприц у моей глотки. Я смотрю на Соло, ухмыляюсь. И зажженным мечом иду к Рихтеру. О, история повторяется. Только теперь ты на моем месте. Ты предала меня, Рихтер. Ты предала империю. И вы империя? Тем не менее. Империя — это люди. Империя — это народ. Империя — это император. И императору у империи есть свои тайны. Говорю я, и в этот момент бросаюсь вперед и пытаюсь перерубить шприц. Четыре угрозы. Окей. Он перерубает шприц и вонзает свой световой меч прямо в пленника. И знаешь, в полной тишине такая, там же было снотворное, там же было просто снотворное, я считала вас, хотя бы вас сильнее этого места. Тот повисает, ты его держишь или бросаешь? Я его держу, пытаюсь удержать. Окей, он... Черт, у него плечо прорублено с этого мечом. Я он крит получил. Достаю. А он кританул ему все? Да, да, да. Я достаю стимпак и говорю, это просто стимпак, он сейчас а то умрет. Действуй, говорю я. Спокойно. Вкалываю стимпак. И разворачиваю спиной и иду к Солу. Я отрубаю ему голову. Меня не остановили. А он ближе, я хочу. То есть я несу голову Соло, ставлю на гробницу. Черт. Говорю. Ты подвел меня, Сол. Такая участь. Там просто как градом валится слезы. Она пытается там перепонтовать пацана, чтобы хотя бы он выжил. Такая вся в истерике просто. У меня слезы на глаза навернулись. Мы сейчас освободим ваших пленников. И с этих пор вы будете моей. И если вы меня подведете, вас ждет та же участь. Холодно говорю. Не понимаю, о чем вы говорите. Пленники... Это и мой эксперимент. И продолжаю приготовиться. Идем на перерыв и вернемся в время для меня. Это был шок даже для меня, ребята. Я пойду выдохну. Я скажу так. Посмотрим, надо было ему там в отходе стимпака не вчало. Блин, тут, блин. Зашли, Аня, с тобой. Лучше пошла одна.